Дальше. Пусть слово скажут. Слово оно скажет. И переносим эти слушания в нормальный зал. За месяц нас предупреждают. Вывешивают не просто какие-то территориальные схемы, а предоставляют обоснование размещения в этой зоне. Кроме того, я вам хочу сказать, обратите внимание, что проект Барнаула 2036. Так вот, до 36-го у вас ничего не будет. Ни школ, ни детских садов, ни поликлиник. Вас интересы учли? Кроме того, я вам скажу, что проект генерального плана, который был принят в 2010-м, подписан, вот, он еще работает до 2025-го. Поэтому, в принципе, вот этот генеральный план на круглом столе был признан неудовлетворительным. Его принимать нельзя. Поэтому нам нужно вообще все эти публичные слушания перенести на тот момент, когда мы все будем знать, где у нас располагается, когда нам будут предоставлены документы, обоснования, почему они здесь будут размещаться. И самое главное, учитываются расчеты нагрузки на магистрали. И экологическая, там должна быть экспертиза, огромный дом. Влияние на окружающую среду, на нас с вами. Так, сейчас я еще зачитаю один. Подождите. Я сейчас зачитаю вам один документ, который мне передал Ребятин Виктор Семенович, это наш ученый. Сегодня, к сожалению, он присутствовать не смог. Вот. Но он будет присутствовать на следующих публичных слушаниях. И я хочу этот документ зачитать. Я Носова Мария Владимировна, председатель Пускусная Поляна, сейчас являюсь секретарем общественного совета по развитию города Барнаула, который мы пытаемся создать, в который мы хотим, чтобы вошли экологи, ученые и те люди, которые будут защищать интересы жителей. Это абсолютно независимо.